Всем привет! Новый продукт компании Genes Global Instantly Ageless, мгновенная молодость. Очередной испытуемый продукт мы тестируем не на животных, а на людях. Живую. Приступим, да. Расписано. Живую. Верните кому? Я сделала все. Испытуемую зовут? Коня. Антонина. Антонина. Возраст ваш? Правильно. Все, не улыбайтесь. Никакой мимики, ничего. Абсолютно. В течение 10 минут. Не-не-не, пока не надо, я сейчас ту сторону нанесу. Сейчас будет и таймер здесь поставить, или быстрее включить. Запись идет? Да. Все, а так? Ставьте таймер, если можно было запускать. Они рискуют. Да, они рискуют. Они открыты уже чего-то. А вот эти вот сидят, понимаешь, свои сухие. Нормально видно? Скажи,
Теперь в другую сторону. Вот так. Таймер видно? Ну, так, Игорь, немножко на меня повернись. Нет, на меня просто повернись, таймер. Ближе к Антонине. Вот так. И вот так. Вот так. Обалдеть. Обалдеть. А, не улыбаемся. Никакой мимики вообще. Так, только тихо, пожалуйста. Человеку очень сложно держать мимику. Не улыбаемся, ничего не говорим. Просто смотрим. Скажи мне, это... Безупрек на глазах вообще. А? За две ты минуты... Ты пишешься как апостол. Нет, я синкетру. А, синкетру. Под глаза только? Все лицо, лоб, под глаза, носогубы, как бы все. Переносится тоже. Так, полностью. Две минуты, но в принципе видно. Продуктор продолжает действие в течение пяти минут. Мы останавливаем. Не, пускай таймер будет. Так, чуть-чуть, потихонечку. Ну, а дальше на него можно наносить, да, там, да. Крем, крем, да, все, да. Какой крем? Ну, наш. Нет. Вы не читали, как использовать правильно? Я же скидывал в чаты везде. Можно на макияж наносить. Под макияж. Сперва делайте процедуру. Процедуру, как которую обычно. Вы делаете, как обычно. Умываетесь, наносите, делаете маску, наносите сыворотку, наносите дневной крем. И после, через 15 минут, после процедуры, увлажняете кожу лица хорошо и наносите Instant Ageless. Все. Вечером эту процедуру делать не надо. Полностью в течение 5-7 минут продукт работает, натягивает вас, и вы идете. Да. Тихо, пожалуйста. Очень сложно, да. Ну, потому что ж можно использовать макияж точно так же невестам да. и выпускникам, да, да, без проблем. Невесты будут в шоколаде вообще целый день, кроссовки полные. Ничего не поплывет. Итак, подождите секундочку. 30, ну, в общем, 3 минуты, продукт продолжает действовать. Посмотрите, пожалуйста, да? Область. Здесь даже видно, сеточка появилась. Это места, где были морщины, солнце не попадало, ультрафиолет. И не загорала. Кожа на ощупь, как у моей дочки двух-трехлетней. Посмотрите на собой. Не улыбаемся. Испытуемый. Посмотрите. Ну, ты глаза открою, чего она закрыта? Да. Открываю. А вы изменились даже просто. Да. Конечно. Лицо меняется совсем. Миражи, выражение. Так, отойдите от солнца, от света, пожалуйста, девочка, не закрывайте. Как вы себя чувствуете? Как после наркоза. Как после наркоза. Не улыбаемся, пожалуйста. Мимику никакую не делаем. Нужно потерпеть еще минутку. Потом мы будем делать фотографии. Чуть голову вверх поднимите. Идеально вообще. Идеально. Потрясающий продукт. Можно? А если еще будет сыворотка? Да, всем комплексом. Если вы будете в течение полугода использовать комплекс, омолаживающий комплекс, омолаживающую систему, и использовать Instant Ageless вообще не рекомендуется использовать ежедневно, то есть там с перерывом. Полное описание от компании уже есть на сайте, есть маркетинговый материал. То есть продукт работает следующим образом. В основу этого продукта входит пептид, аминокислота, при попадании она проникает глубоко в мышцы, глубоко в ткани мышц, снимает спазм, потому что морщины это не что иное, как спазм мышц, кожа обвисает и появляются морщины, мешки под глазами. Ageless убирает этот спазм, расслабляет мышцы и происходит наполнение вот этих вот пустот, вот этих вот морщин. И вы видите 5 минут 40 секунд, вы видите результат на лицо 20 лет. Да, минус 20 лет, однозначно. Минус 20 лет, однозначно. Таймер можете выключать.
В общем, в среднем 6 минут. Не, все, выключайте. 5 минут 54 секунды. Звезда, просто звезда. Она первая. Все, можете выключать.